Здравствуйте, меня зовут Ксения Шевчук, и я преподаватель школы художник онлайн по цифровому рисунку. Я рада пригласить вас на курс по векторной графике, который посвящен программе Adobe Illustrator. В рамках этого курса мы с вами изучим основные инструменты программы, с помощью которых мы будем создавать свой фирменный стиль и брендовую продукцию. Курс будет поделен на две части, и в первой части курса я буду создавать фирменный стиль для зоомагазина, на основе которого вы сможете создать свой фирменный стиль. Мы начнем с того, что создадим собственный логотип, и я покажу вам, как можно сочетать текст и стилизацию какого-то образа для создания интересного фирменного знака. В дальнейшем мы с вами разберем основной инструмент программы, это инструмент перо, и с помощью него мы будем создавать иконки для нашего приложения или сайта, разберемся, как работать с обводкой и заливкой, после чего мы с вами перейдем к созданию маленьких иллюстраций, которые вы в дальнейшем вы сможете использовать как вкладки для вашего сайта, и мы рассмотрим с вами разные композиционные решения с применением текстового блока и с иллюстрацией. Также мы с вами создадим иллюстрацию, которая может служить заставкой для вашего приложения, и мы будем создавать ее из простых геометрических фигур, также с помощью инструмента перо, а заключительной работой будет создание персонажа, который может быть вашим автопортретом, либо просто иллюстрацией для вашего фирменного стиля. А вторая часть курса будет посвящена созданию сувенирной продукции. И в первом задании мы с вами будем рисовать почтовую открытку, которую в дальнейшем вы сможете отправить своим друзьям или родственникам. Также мы с вами создадим обложку для колоды карт и одну из этих карт, которую вы также можете использовать как сувенирную продукцию. И в последнем задании мы с вами нарисуем стикер, для чего нам понадобятся инструменты градиент и сетчатый градиент. Это основные инструменты для создания объемных иллюстраций в программе Adobe Illustrator. Этот курс прекрасно подойдет для тех, кто хочет познакомиться с векторной графикой и, собственно, с программой Adobe Illustrator. И в дальнейшем создавать фирменный стиль для себя или для какой-то сторонней компании, и также для создания интересных иллюстраций. Буду рада видеть вас на курсе!